Вот сегодня начали работать. Сейчас вот вернулись со шлюза, вот в той стороне где-то примерно. Вот сейчас перешли на первый мостик. И вот здесь сейчас подкладываем. Будем камни подтаскивать в ходе, потом сейчас Игнатий Иванович приедет и будем укладывать в воду все это. Чтобы немножко было не такие глубокие. Камня. Ради места. Не отшиби свет. Ой, вообще телефон нарушил весь. Давай, иди клади его. Может, мелочь-то здесь оставлять? Ну, оставляйте, конечно. Только крупные брать. Ну да, а мелочь потом надо, если а, что. Мелочь потом накидаем. Между камнями, ну. Поют, ветерок, комаров нету, солнышко выглянуло, комары сразу попрятались все. Фрося, большие не бери камни. Полин, такой не надо. Полина, куда большой берешь? Меньше бери. Меньше. Марина, такой не надо, наверное. Марина. Да все, уже сюда не кину. Ну куда не кину? Оно потом из воды торчать будет. А края? Какие края? Ну так вот, слава богу. Вот Игнатий Иванович подъезжает к первому мостику. Объезжал всю деревню и созывал народ, чтобы помогли здесь на первом мостике камни уложить. Потому что мы осенью его убрали, а там, ну, потому что мы не знали, как будет. Густо мы убрали. А поэтому красный кирпич, он что, он отмахает. Значит, вот где самая большая. И оттуда, значит, укладывать так, чтобы кверху была плоская. А вниз, ну, сейчас мы попробуем как. Давайте помолимся. Господи, благослови нас. И соверши этот труд и сохрани его от недобрых людей и лукавых. И этого Максима обрати, наведи страх твой на него. И тебе слава за все, Отец и Господь Бог. Аминь. Аминь. Услыши молитву, Господи. Так, не прятаться от нас. Володя, слышал, нет? Максимова Володя, брат родной, у него пожар был. Мы все дерете. Володя уехал. Вот этот. Устинов. Остался один Алеша. Алеши некогда совсем, но я говорю, хоть и некогда, но он что-то сваркой занимался. Приезжай, он сейчас подъехать должен. Все, больше никого нету. Ну кого? Ни Анила, Надежда, они до двери дойти не могут. Вот это
смотрите, вот как поднять его и посмотреть. Его видно кверху. Вот этот вот камень. Ну хоть маленько-то видать его. Вот у него так его не поставишь, это как башмак. Вот так вот поставить его. Вот. Можно поставить вот так вот, чтобы площадь, они одинаковые. А надо, чтобы площадь большая была кверху. Пока большие камни, вот посередку заложить. А которые вот там он лежат дальше, этот мы тоже перетащим сюда. А если середку оставить, а по краям? Ну, для машины как, конечно. И надо шире делать, потому что машина съедет, чтобы она не ударилась бампером. Давайте, укладывайте. Я не могу вообще ничего делать. Большие камни. Их не взять. У тебя где кувалда? Они из воды торчат. Это не пойдет. Ну, давай кувалду. А это глаза. А вы отворачиваете. А вот там, где дальше-то там, там глубже? Принеси там? Это. Ну, там, там было, Марин, принеси кувалду. Принеси, пожалуйста. А вот на выезде выбивают. Ну, давайте тогда там, как на выезде сделайте. А тут мелкие проположки, тогда надо сдавить. Ну, иначе оно кувалдует. Не, не, я так, Володя, командуй идем в край. А я не умею. Все, понятно. Вот видишь, она как. А машина тут свободно идет, она неровная, она выкарабкивается. Так. Ну, юбку замочишь. Ну, старайтесь самое вот это вот, где течет вода, какой-то там маленечко поглубже, чтобы было. Хорошо, а остальное поднять. Особенно вон там, где поднимается, там надо все уложить камни мы этими. Крося, у тебя, Крося, у тебя там штанишка на левой ноге. Дырявая, что ли? Да нет, штаны там. Не выходите. Вот, Игнать, несите туда. Володя укладывать будет. Володя будет укладывать. Нормально вроде. Вот, камни большие, маленькие, Володя. Нестор, ты бери у этого... Мелкие камни, посеред. У Фроси, у тебя эти побольше сапоги-то. У Фроси, бери камни. Фроси, отдавай Нестору камни. Пускай он несет. Нестор, все, игры прекращай. Давай спокойно. Спокойно неси. Полина, заходи, у тебя эти побольше. Только аккуратно, не провались. Не, Нестору отдавай. Сама-то не ходи туда далеко. Нестор, ты зачем бросаешь-то? Маленький лучше туда на выезд отдавай. Мелкие туда тащить, укладывайте. Большие не трогайте, мы их разбивать будем. Вот, вот эти хорошие. Ого, от... Нет, это очень опасно, Игнать. Опасно, конечно. Особенно глаза опасно очень. Посмотри, какая. Как черта ровная. Ага. Гляди, белая. Да, вижу. Это не то, что с одной стороны, она вокруг. Как он меня звякнул по ноге. Я вам помочь пришел. А ты откуда? Помощник пришел. Я не знаю, тут как ты. Смотри, не ударила, чтоб тебя. Нет. Ух ты. Я не знаю, кого ты, не буду больше. Там камни, он поцарапает. Там камни. Ему наоборот как раз в тапочках и ходить. Ну давай, ходи в тапочках.
просто жаль, и Женя не пошел. А вот Игнать нас сейчас отлетел, ему в ногу прям. Опасно. Игнать, снимайте. Ну все тогда, все понятно, потуши. Там он кто-то едет еще. На велосипеде. Я батюшку позвал. Батюшка говорит, что-то не знаю, он сморщился. Ведра-то где? Ведра, вон они. А то Алексей едет. Сейчас я буду таскать. Сейчас. Володя. Давай, положи, где он у тебя лежит? Там. А принеси сюда какой-нибудь подзор. Подходи. Мир тебе, брат. Добрый день. Ты сразу с провиантом своим, да? Да. Ну все, слава Богу за все. У нас еще подошел помощник Илья, тоже таскает. Пришел в одних тапочках, закаленный. Берем долг поменьше делать кусочки. Дели большими, но большими неудобно, чтобы мелкие надо, чтобы вдавливались потом трактором. Нестор, ты маленький таскай, большие это не надо, не таскай. Алексей, у тебя чувствуется, брат, пропадает талант, это, плитку укладывать. Мог бы подрабатывать даже. А там как? Ну так, ты опять большие берешь. Куда ты их будешь укладывать? Просто у тебя юбка подтягивается выше, нет? Не сделай, чтоб не сказала, понятно. Стираю тебя. Thank you.
держу. Ну. Правда, нет такой глубины, что... Так, положи, Поля, положи куда-нибудь ведро и неси следующий камень. Чего ты стоишь там? А я уже пойму ведро. А что знать, вон пустое ведро стоит. Бери, берет. Ждет. Все бы так работали, ждали бы. Вот один без денег, одного хватит. Для него его. Я снимаю. Ну да. А он на каком тракторе приедет? Ну, то есть 150, наверное. Ну да. Площадь лучше. Они вот правильно нет укладывают. Может, там не надо вообще укладывать? Там, ну, дороже. Полина, ты что его гладишь? Он все будет вдавливаться. Ты просто клади и все. Это все трактором давится потом. Конечно, щебенку бы хорошую крупную. Да, слушай. Да, она бы смутила. Забирай место пустое. Вот. Сюда подходи. Что с третьим? Давай, бери, бери. Проходи по камням, где ты поводишь сейчас. Быстрее получится. Ерема готовится на кузнеца и дело. Все, Илья, Илья, ты ему накидывай лучше. Накидывай. Зачем ты по одному это скажешь? Вот. Игнатий Иванович, вот дядя Вова говорит плотников, что когда там сильно большие возвышения, она наметает, а потом, говорит, не пробьешь, и вода посюда почему уходит. Так, что нужно сделать? То есть там, чтобы меньше было возвышения, вот там по краям. Ну, не надо убрать, правильно говорят. Оттуда камни перетащить. Зачем только натащили? Я их туда не тащил. А, отсюда убрать? Отсюда надо убрать. Ветер... Правильно. А, он отсюда говорит. Ветер постоянно отсюда дует. Туда. Ну, убрать, правильно он говорит. Отдувает. Я не ложил, я даже и не видел. И вот это, тут снега было много. Я гляжу, там наложили, как куда такой срать? Зачем? Те большие камни. Нет, а в ту сторону то не надо убрать? Надо убрать туда дальше. Не надо. Дальше его. Потому что зимой моя. Снегов пробиваем, вон там пробиваем дорогу, вот там. Вот здесь. А потом она уже уменьшается. Здесь же тоже же это, снегу полно. Володя. И вода идет сверху, и все, и она поднимается. Слушай, выше. У тебя сапоги тебе не знаю. Надо. А кто наложил-то это? Где? Вот эту ограду такую поднял. Подожди. Это в том году мы наклали уже. Я не знаю. В том году это накладывали. В том. Ну я не накладывал ни одного камня. Ну как это все под вашим руководством все делалось? Ну, мое руководство. Вот это я сейчас наложил, а он в том году. Ну что, отвалилось, а даже туда все. Ну куда это годится? Она отвалится, ничего не будет тогда. Тащить дальше там камень. Ну куда убрал? Укладывай. Будет еще маленько, я бы промывал. Она промывается. Она там не смывает. Держит. Все понял. Ладно. Рыбачик подъезжает. Как обычно со своими верными псами. Песики наши. Ну чё? Вот надо, иди плавай. Иди плавай.
Отгоняй, что? Отгоняй. Моя челюсть. Ладно, уже прошло. Не трогайте их. Полина, сказали же не трогать собак. Вот, полезла, зачем ты к ней? Она не прыгает. Я до дома хочу. Пришел Женя. Вышел, он второго такой. Сепарирует он, молоко сепарирует. А? Молоко сепарирует надо. Сепарирует. Так он поставил руки, лучше пришел. Ну вот и все, все. Ты никогда не ожидал такого хода. А так, под конем. А ты слышал что-то? Ну, конечно, слышно. А у него крыша сгорела. А как, а чего? Проводка там или еще что-то, проводка замкнула. Главное, везде проводка виновата, врут они. В доме проводки не было совсем, это горит. А ведь проводка сразу написали, говорит, к нам еще не подвели. Не, ну загорелся не из дома, а на крыше, что там. Проводка виновата. Так вот, приходит, он говорит, еще не провели, даже электричества не было. Не было? Ну, конечно, не было. А чего, что она загорелась? Ну, молния ударила. Так он, говорит, все лето сушь стоит. Ну, врут. Окошко-то открой, посмотри, какая погода. Сильный. Да я пойду сейчас. То есть. Нет таких сапогах. Нет, я резиновый один. Ну, где они идут? Я сейчас вызывать буду машину. Трактор.